Какая-то странная надпись. Вот это, я не помню даже, как сюда пробрался-то, а чё там, о чём говорить-то? Всем привет! Это Кактус, я продолжаю играться в игрушку под названием Стикс Мастер оф Шадоу. Значит, я помню, что я в прошлой серии сделал. Сделал в прошлой серии, забрал документы и пробрался в посольство. Теперь мне надо вот к послу пробраться. Я тут вообще просто, да, я вспомнил, я тут... Воу! Смотри, они тут вдвоем ходят. Ага, ходят, вон они, смотри. Так, мне можно как-то поверху. Вот и все. Вот и я почти уже... У-ху-ху! А тут-то мне чё? Оп. Так, а вот здесь я свалюсь, да, нахер? Так, а у нас, знаешь что? Давай посмотрим, где реликвия. А реликвия у нас... Так, это у меня основное задание. Текущая зона, да, где-то тут реликвия. Смотри, где-то там влево, вправо, вправо, вправо. Сейф надо открыть, ага. Где-то такой там пиздюшок стоит. Ну ладно, давай попробуем туда перепрыгать. И впятнули. Ух, я бы не стал прыгать. Вот здесь вот, знаешь, что, надо было не туда, надо было по жердочке, а не туда, прям так прямиком вниз. Понял. No problemos. Так, тут-то я смог. Так, а где у меня реликвия-то? Так, там дублончик, окей, давай заберем. Так, ну тут-то я перепрыгну, точно. Так, тут мы перепрыгнули. Так, тут забрались. Вон там, что ли? Да ладно. Ага. Так, еще выше можно, да? Это к послу уже, да, идет? Не, мне не надо туда. Мне надо. Не, это я что-то вообще, смотри, сделал. А кто вы такие-то вообще, смотри. Так, ладно, игра кончена, последнее сохранение. Нельзя тут никого убивать-то. Нет, это вот этот, смотри, это прям холл. Не, не то я. Не там я. А, я не сохранялся. Окей. Оп. Дублончик. Так, а вот здесь тоже сохранимся. Оп. Нет, да, это не тут. Точно не тут. Не может быть тут реликвии. Так, ну-ка давай посмотрим. Да, чё-то какая-то, видишь, херня. Вот на это похоже, видишь, он как внизу. Ладно, давай, тогда вот здесь вот наверх полезем. А мне ни хера. Не туда. Ух! Так, а я знаю, как тебя убить можно. Или не надо. У меня что-то ФПЕ тут просел.
Оп. Пролезть может только клон. Клона как блевануть? Один? Один. Управление клоном. Вернуться к создателю. Уничтожить клона. Окей. F5. Опа. Это кто видит-то? Чё-то вас там, ребят, много. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не заметил. Банка консервная. Так, это мы отравили. Воу-воу-воу! Так не делай. Это поворачивается, нет? Ой, он сейчас умрет-то не там, где надо. Быстрей, 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 быстрей. Вот тут, вот тут, вот тут. Клади его. Оп. Сохранились. Возьмем дагер по-тихому. Нет, 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 нет. Это я хорошо, что я сохранился. Хо-хо-хоу. Я что-то прям как-то забыл, как сложная игра-то. Так, давай. Значит, мы тебя там не трогаем. Да? Семен Семенович. Так, а это куда наверх? Куда-то наверх. А я где вообще сейчас? А, вот этот меня заметил. Я тебя, в принципе, убрать могу. Или ну тебя нахер? Я не хочу к послу-то идти сейчас. Мне пока рано. Да, слушай, что-то я уже к послу иду. Реликвии нету. Охренеть-то можно. О! Твою дивизию, а? Oh, да я хотя бы пробегу. Сразу замочил. Ну пипец, он мне даже, блин, пернуть не дал. О, я не знал, смотри, можете посадить в шкаф, он схватит и убьет подходящего мимо стражника. Кашляй. Ну давай, ты где есть-то? Ну? Ну где он? Он там что, стоял просто и все, и это все это время ждал? Бррррр, бррр, бррр, бррр.
О, пошел, смотри. Сейчас обратно пойдет, я его зарежу. Какой новый прием-то, а? Я такого не видел еще. Опа, даггер не собрал. Нет-нет-нет, вот сюда давай. Чтоб тебе не видно было. Оп. И давай вот здесь вот. Сохранимся. Так, а у тебя там ничего травить же нельзя, да? Да, у тебя там ничего не травится. Нету никого, нету, нету, нету. Так, и что же мне делать-то с вами? Идиот, идиот, жопой слышу. Ха, жопой слышу. Как идиот. Ну поднимайся уже. Уп, вот это я проскочил вообще просто. Ничего подозрительного. Я, кстати, там гоблина видел. Уф, а я тут был уже. Так, давай посмотрим, где может быть сейф. Может, я увижу вот так. Хотя нету. Так, давай, ну, ну пока безопасности. Их 5. Так, вот этого можно убить, только нахер. Опа. Вот это вас тут, ребят, вообще просто толпами ходите. Офигеть. The guards are very aggressive. Be careful. Don't trust anyone. Не доверяй никому, даже Берриману. I know. Worry not. Я не знаю, не беспокойтесь, я знаю, что дело. Так, это что-то вообще, что-то новое. Жизнь флакона метательным, да, вот янтарем. Тё, у меня янтарьки нету. Так, ну давай, F5 вот здесь вот. Меня ж тут никто не бить не будет. Да, вроде никто не хочет. Мне как-то надо тут проскочить. Проскочить, проскочить. Сейчас вот это уйдет. Пойду сразу на ступеньки. Давай, 4. Будь осторожны, не дать себя заметить. Оу, щит, а вот смотри, какая-то хрень ползет. Блях, а как-то? Да как? Да-да, тут так. Жесть! Так, а поверху я уже не пройду, да? А, не пройду, смотри. Нет, поверху я не пройду. Они сюда не зря так много стражи накидали. Я точно, я могу под стелсом сразу пройти это. Понял. Ну,
ну ты где? Вот. Если что, дверь сквозняком открыла. Ага. Ну ладно. Там еще один ходит. Так, не дать себя заметить, никто не убивайте. Если у бармена возникнут хоть малейшие подозрения, он отметит встречу с послом. Вот почему здесь никого убивать не надо. Нельзя, точнее. Выходите вообще неправильно все. Смотри, а у него где этот инструмент? А, он визажист, точно. Смотри, у него ножницы сколько. Так, там что-то есть, там кто-то есть. Никого там нету, ничего нету. Так, ты будь осторожный, да я уже все понял. Меня ж тут не заметят. Меня ж не видно тут, да? И какого хера ты встал-то? Так, интересно, я за спиной здесь пройду? Уху-ху! Так, сохранимся давай. И чё, вниз прям? Здорово, посол. А, смотри, я к нему иду. Вот документы, как и договаривались. Но ты должен взглянуть на это. Это предназначалось для Арона. Посмотрим. Что? Это подделка. Поддельный документ с моей подписью, приказывающий всем эльфам напасть на людей. Если другие подобные приказы попадут в руки Арона, войны не избежать. Он получит повод устроить резню. Очевидно, в этом замешан Стикс. А, мне нужно срочно поговорить с барменом. Спрячься в этом шкафу, он не должен тебя увидеть. Окей. Ладно. Чё, я посижу в сундучке, чё? А, не, смотри, действительно шкаф. Добро пожаловать, дорогой друг. Рад возможности уладить с вами кое-какие дела. Вы слышали про существ, которые наводнили нашу тюрьму? Вы не знаете, откуда они взялись? Видите ли, по слухам, у эльфов есть... Губернатор, я должен без промедления обсудить с вами определенные вопросы. Я узнал про заговор, в котором участвует... Ой... Опа, Стикс! Нет! Под агером промазал. Моя сюрикена не прошла куда надо. Либо я помогаю эльфу и отвлечу внимание, и мы улетаем, либо выбираю из посольства и двигаю в порт. В любом случае, мне нужно найти Кербера раньше, чем это сделает Стикс. Я могу труп потаскать? Нет, смотри, этот не могу потаскать. Так, и что мне надо? Смотри, люстра, механизм и посадочная площадка. Чего? Давай, ладно, их 5 нажмем. Я не понял, что мне сделать надо. Так, давай задание посмотрим. Так, надо добраться до посадочной площадки. Мне нужно украсть реликвию, мне нужно отвлечь внимание. Чё нахер? А где реликвия, где внимание отвлекать? Оп, кто здесь? Нет. Потушить, давай потушим. Потушим, потушим. Так ладно, пойдем тогда что проверять вот здесь, вот что в этой стороне. Я и впятнулся, да. Оп.
Все, теперь я могу убивать. Не, мне, по-моему, дали зеленый свет на убивание. Убивение. Открой. Вот. Держать надо. Стик, зараза, откуда он только взялся? А чё тут никого? Куда вы все делись-то? Вот он, механизм, смотри. Дублончик еще. Так, что там? Влево, влево, вправо. Вправо, взад. Влево, вправо, вправо, вправо. Что-то я не понял. Ну. Так. Левая, правая, правая, правая. Три правые. Одна... Ну, правильно, левая. А, правая, наверное, вообще самая правая. Ну, а больше не открылась. А я так... Я только что же так делал. А, во, да, вот, смотри. Хе-хе-хей. Есть. Так, я что-то еще тут слутить мог. Вот-вот-вот, светится. И это хорошо, что я сюда пошел. Я молодец. Так и спиздили мы реликвию. Так, а больше ничего тут нельзя, да? Потрогать, взять. Хорошая комната-то. Красиво. Ну, а где вообще понять, что это... А, вот он, смотри. Это смотри, как получается. Мертвый посол поднялся наверх и... Нет, не так. А, вот он, смотри, картина его. А, ежиш. Вот же замудрят. Так, F5, F5 на всякий случай еще раз. Так. Можно их убивать-то? Люстра, люстра вон там. Угу. Офигенно. Люстра-то наверху, мать. Ты погоди, ты раньше времени не ходи. Опа, и там кто-то еще стоит, смотри. А туда мне как вообще? А туда мне никак, да? Нет, здесь не пройдешь. Нужен вход. Надо вы. Так, меня вон тут сверху запалит, по-любому. Так, а что мне с вами делать-то? У меня этот-то не так уж и много. Фух. Не подышал даже. Так, давай тогда... Тогда так и сделаем, да? Так, а где люстра-то? А, вон механизм люстра. Ты так меня не заметь, ладно?
Так, вот еще. Сейчас мы за ним потихонечку вот так вот. И там я прожму. Почему ты в эту сторону развернулся? Ты должен был в другую разворачиваться, в другую сторону все время разворачиваются стражи. А как мне тогда? Мне тогда никак, да? У меня янтаря-то нету больше. Ух ты, ух ты, смотри, сколько сразу крахит. Оу-оу-оу-оу-оу. Чуть заново не нажал. Блин, а я не знаю, как тогда мне проходить-то. А почему я тут-то ползу? Надо, кстати, посмотреть, наверху может что есть. Нет, наверху нету. Мне на посадочную площадку надо. А я знаю, как мы тебя сейчас вот так вот обдурим. Так же обдурится, да? Да, смотри, он направо разворачивается. Ой, смотри, обдурился, действительно. Оп. И все. Так, это я чё, я где? Блин, нельзя все-таки убивать-то. Мне тогда вообще тяжело тут будет, чтобы их не убивать. Очень тяжело, мне янтаря нету. Побег не удается, что-то мне. Жуткие, сложные. Ну ладно, мне самое главное сейчас туда пробраться, а потом... А если я понизу пойду? Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, это на той стороне меня заметили. Так, давай вот здесь сохранимся. А, нет, понизу мне вообще тогда тоже не вариант. Да, вот здесь вот их... Хотя вот этот спит... А тебя, смотри, тебя надо это. Мне ж с тобой надо идти-то. А, или не с тобой? Нет, это какие-то вообще другие дядьки. Так, нафиг так, да? Там мы точно не пройдем. Так, давай, знаешь что, вот так вот и 5 сделаем. Куда она вообще упадет? Она куда-то вот такой вот сюда упадет, да? Ладно, сейчас мы тогда нашумим тут. И он сможет убежать. Я так думаю. Опа, кто-то видел меня. Нельзя развязывать. Угу. И что ж делать? Тогда.
А тут курит на балконе. Ему пофиг. Опа. Блин, ну что, отпирать надо. Ну это посадочная площадка уже, да? Хо-хоу, еу! Воспламенение! Мы прошли на посадочную площадку. Нажмите любую клавишу. Я сейчас на дирижабле полечу. Посмотрю я мир. Улечу в Америку, Китай, Японию. Эльф, я несу к тебе Кербера. Он готов отправиться в путь. Проклятие. Надеюсь, я не опоздал. А почему Эльф-то? Чё ты его по имени не называешь? У него же там имя какое-то. Так, а Керберу? Мне Керберу надо. Ты серьезно? Ух, я тут же этих убивал. Послов, точно, точно, точно. Присядь. Опа, давай сохранимся. Ладненько, тогда чего мы к Керберу уже в следующей серии пойдем? Да. Потому что тут дохренище всего, дохренище как. Не, ну здесь-то убивать уже можно, здесь попроще. Так, а у нас есть реликвия тут? А, я реликвию уже собрал. Блин, думал, тут мало ли будет еще реликвия. Ладно, в следующей серии, да, пойдем к Керберу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте пальцы вверх, комментируйте, рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч, пока-пока.